Резок на 2. Вечер. Что-то случилось такое, что не знаю. Но мимо иду. Всем привет. Вчера вечером около резок на 2 были перекрыты все подходы со всех сторон, так скажем. Со стороны стоянки автотранспорта, со стороны 6-й школы, ну, в общем, стояли экипажи полиции, моргали своими проблесковыми маячками синими и никого не пускали. Было это примерно в районе полуночи, вот я прогуливался мимо, шел, и оказалось, что пройти через резок на 2, ну, никак. Как выяснилось, ну, кто-то потерял, извините за слово, бомбу. Все было вот такой ленточкой. Ну, сами видите, снимать сложно против света, да еще в темноте. Вот такие вот оцепления были. Народу было немного, ну, то есть искали. Искали, но, видимо, не нашли. Хочется призвать шутников шутить как-нибудь посмешнее. Не занимать бестолковыми идеями работников правоохранительных органов. Всем удачи, всем здоровья, пока.